Все. Друзья, всех приветствуем. С вами канал Пуля ТВ и наш новый проект Headshot MMA. Сегодня с вами в качестве ведущих Ян Калинин и Артур Исаян. Итак, первая пара у нас пойдет. Мелконян Гриша, 20 лет, 62 килограмма. Противник Гусейнов Искандер, 20 лет, 60 килограмм вес. Поприветствуем бойцов. Я Гриша Мелконян, занимаюсь ММА уже 5-й год, боксом занимался 8 лет, дзюдо занимался год. Всегда в бою пытаюсь показать красивые бои, интересные. Просто иногда все боятся что-то в стойке со мной рубиться и пролезают ноги. А ноги, как говорится, ну, если ноги полез, то умей бороться. Какая награда тебе досталась? Первый бой в профессиональном вообще бою. Кубок выиграл мне. Заплатили там нормальную сумму. Там с самого начала хотели вообще меня слить там одному. Там у него рекорд 2-0 был, а у меня вообще 0-0. Да, они думают, что в Муроме там никого нету. Там. Рязанская да, область была, это Муромский полностью районный. Мы с братом, у нас кафешки по городу расположены, точки шаурмы. Ездим, лес привозим, отвозим, продаем. Ну, варианты есть бабки заработать? Вот этими моментами занимаемся. Да, ну, хочу, чтобы ты выиграл и принес кубок, а я выдала, что он мой. Я еще вот песни пишу. Сколько же бесконечного бегу я все по встречке, а судьба моя зловещая, вам мозги не залечивает. Задирай, как он не был никогда. Сидел вот дома, и парень пришел, говорит, это твой брат там дерется. Гриша один вышел против вот этих троих 8-летних. И он в слезах и побил двоих. Один. А одного-то я уже сам оттащил. И все, после этого с 5 лет и до сих пор каждый день, каждый божий день занимается. Вся семья на него надеется, все в него верят, очень много людей в него верят. Гриша Мелконян — хороший, жесткий ударник, который пришел ко мне без какой-либо борцовской техники. Но на данный момент он имеет отличный бэкграунд по грэпплингу и готов к любым исходам поединка. У меня семья только и есть вдохновитель этого всего. У меня сестренка моя. Когда я сестренку свою вижу, я хочу так сделать, чтобы в любой магазин, когда человек зайдет из моей семьи, чтобы просто вот так пальцем положили, и я сказал: упакуйте вот эту вот мне вещь. Меня зовут Гусейнов Искандер, мне 20 лет, я азербайджанец по национальности. Родился в Алтайском крае, город Барнаул. В данное время живу во Владимире. Занимаюсь рукопашным боем 6-7 лет. Являюсь 3-кратным победителем Владимирской области по рукопашному бою. От сегодняшнего турнира я жду хороших боев, достойного соперника. Своему сопернику я пожелаю удачи, прежде всего, и без травм. Знаю, не изменился, все в темноте скрываю. Все в темноте скрываю. All I know is this, my crew gon' step. All I know is this, my boys gon' rep. Искандер, газуй! Считай, ищи, давай! Я готов! Бой! Пускай, считай! Принди, считай! Держи, Искандер! Да! Уходи! На него крути, Искандер! Да, правильно делаешь, Искандер, правильно! Искандер, руки не отпускай! Руки не отпускай, Иска! Да! Давай! Иска, руки держи! Иска, руки держи! Да, правильно, Иска! Искандер, брат! Вставай! Да, уходи! Да, уходи!
нос ему заткни! Нос ему заткни! По правилам, ты проиграл. Если глухой дает, глухой, он вот защищался. Он вот так защищается, когда глухой в защите и головой. Техническим нокаутом в первом раунде, 1:06, победил Мелконян Гриша. Брат, ты очень-очень-очень напористо, активно начал. У тебя были... Я еще вернусь. Очень-очень плотные, увесистые, уверенные удары. Не расстраивайся, брат. Я не расстраиваюсь. Дальше больше. Ты молодец. Ты показал красивый бой. А, все, кто пришел поболеть за меня, спасибо большое. А, проявляю уважение сопернику. Спасибо за бой. Уважение превыше всего, ты молодец. Да, все. Надеюсь, мы тебя еще увидим на стрелетке. Сначала вообще начали бой, ну, мне парни говорят, ну, худенький туда-сюда, я говорю, да он говорит, блядь, он показывает все свое. Он мне с самого начала двойку нормально зарядил, но эти удары у меня, блядь, всю жизнь принимал и буду принимать, сколько бы они ни были. Вот. Я ему один раз стойки попал, поэтому я ему нос разбил. Вот. А потом перевод, ну, и обычное добивание, как, блядь, в любом месте, больше 3-4 ударов, ну, глухую защиту, это все, это остановка была. А как ты прокомментируешь то, что он хотел продолжать, но, будем честными, ты ему эту возможность не дал? Если бы ты ее дал, мы бы продолжили. Это дух бойца. Это я понимаю, но, блядь, в том же положении, вы говорите, начать, это то же положение, то же самое, ну, нахер выйдет. То же самое и будет, да? Конечно, я вот треугольник уже захлопнул на корпус, там, блядь, никак не выиграешь. Треугольник. Умеешь выиграть, умей проиграть. Конечно, но достойно. Уважение ему, он прям молодец большой, у него физики много. Прям кувыркался, прям еле-еле удержался. Молодец. Ты доволен сегодняшним боем? Доволен? Может, ты что-то не сделал? Не доволен, двойку пропустил. Двойку пропустил, да, хорош. Но он прям очень неплохо начал с этой двойки, да. Я говорю, организаторы, что вообще делают такие вот, ну, большие мероприятия. Я уверен, прям вот это вот, прям, она лучше станет, чем битва за хайп. Все, все. До UFC, дай бог, чтобы вам до UFC дойти. Спасибо, мы обязательно их догоним. Спасибо еще раз. Итак, ребят, готовимся встретить вторую пару. Лапин Иван. И его соперник Шарипов Мухаммад. Всем привет. Зовут меня Лапин Иван. Я из города Орехово-Зуево. Мне 17 лет. Я учусь в школе в 11 классе. Планирую поступить в институт Владимира Яковлевича Кикоти на оперуполномоченного уголовного розыска. Все свои силы я вложу к обучению, к образованию, чтобы достойно сдать и получить максимальное количество баллов. Где-то к 13 годам я пришел единоборством, начал заниматься боксом. В начале 2019 года начал заниматься смешанными единоборствами у своего друга и товарища. Иван базовый боксер, работать будет на ручках. Очень напористый парень, характерный. Родители были против. Мама мне всячески, грубо говоря, вставляла палки в колеса, не отпускала меня на тренировки. Ну, мой мальчик повзрослел, и теперь я вижу, что этот спорт идет ему на пользу. Он стал уверенным в себе. Отец у меня занимался раньше также единоборствами, кикбоксингом. На тот момент вот он со своими друзьями стоит. Мой внук Иван Лапин 7 лет остался без отца. Поэтому мужчин в нашей семье нет. Воспитывала я, мама и другая бабушка. Мы, конечно, сначала сопротивлялись, боялись. Потом он настаивал. Ну и решили, что сходит пару раз, надают ему там. Но оказалось совсем наоборот. Вот в 2019 году, на 1 сентября, мне вот выпала честь дать первый звонок школьникам в своей школе. Вот моя сестра трехлетняя, Карина. Я желаю ему удачи. Всегда с него переживаю. Спокойно смотреть бои, конечно, не могу. Но мотись, мать. Мы тебя любим, мы в тебя верим. Ты наша надежда, опора, защита. Желаю ему удачи. Всем привет. Меня зовут Мухаммад. Я занимаюсь боксом. Лет 5. Ну, с детства занимался там дзюдо, там все дела. Сейчас в последнее время только бокс. Я просто чисто занимался, спарринговал. Да, это шанс показать себе и выйти дальше, продолжать. Пришел ради победы, что сказать еще. Сопернику пожелаю удачи. Главное не травмироваться. Молодой еще. All I know is this. All I know is this. My crew gon' step.
All I know is this. My boys gon' rap. All I know is this. My crew gon' step. All I know is this. My boys gon' rap. Боец готов? Давай. Боец готов? Время готово. Бой! Давай, Мухаммад. Давай. Бей джебом, корми, Мухаммад. Да. Сам. Конца. Ноги за ноги. Ноги за ноги. Да. Борду. Они к себе же. Да, к себе. Давай. Очень активно начал. Что пошло не так, по-твоему? Чего поторопился. Тебе? Поторопился? Поторопился, конечно. Бесспорно. Соперника как своего оцениваешь? Достойно? Достойный соперник, хороший парень. Возможно, возраст зарешал, опыт. Не знаю, не могу сказать по этому поводу ничего. А так большое спасибо ребятам с канала. Сопернику большое спасибо. Большое спасибо тренеру. Всем тем, кто приехал меня поддержать. О, тебе тоже большой респект. Не оправдал надежд. Ты мужчина, все хорошо. Не расстраивайся. Дальше больше. Мы можем на тебя рассчитывать? Мы тебя еще увидим в клетке нашего октагона? Возможно, да, увидите. Восстанавливайся, набирайся сил. Ждем тебя снова. Удачи. Очень зрелищная победа. Прокомментируй свой бой. Что сказать, не знаю даже. Твой соперник начал очень интенсивно. Пару раз неплохо молодой, попал по голове. Я этого ожидал, он молодой просто. Ну, торопится, я знал. Я не хотел, честное слово, бить. Я вообще не хотел сильно бить, просто не знаю. Может быть, первый бой немножко волнение есть, поэтому сильно начал кидать. Пацан молодой, красавчик. Ты есть первый будущий. Раз выступаешь на профессиональном тоже? Да? Да. Вот мой брат, вот Дана Вайт. Все, молодец, поздравляю тебя, него, красавчик. Спасибо. Давай. И мы разыгрываем 5 футболок с мерчем Headshot. Пишите креативный комментарий, пишите, кто из бойцов вам больше понравился. Подпишись обязательно на канал, потому что следующий бой будет гораздо ярче, чем предыдущий. Спасибо, ребят, за поддержку. Всех обнял, всех поцеловал. Расход.